Recording втором глаголу. Глаголу, второй глагол это interagire. Это глагол agire плюс приставка inter. Agire значит поступать, действовать. E является глаголом третьего спряжения группы B. Как finire, как capire, как spedire. Это уто. Уто. Окончание. Ито. Ито. Уто для глагола второго спряжения. P. Если добавляем приставку interagire, это уже не действовать, а воздействовать. Ok? Поэтому мы будем спрягать не agire, а interagire. Не действовать, а воздействовать. А соответствующее существительное воздействие интерационе. Где просто азione значит действие, значит поступка. Действие, поступка. Акционе. А интеракционе воздействие. Хорошо. Интерационное это воздействие. Воздействие, да. Поняла. Все. Точка. Давай проспрягаем. В настоящем времени изовитое наклонение. Индикативо презенте. Интерационное. Махи, минуточку, мама. С нету здесь, Не смотри на существительное. Надо спрягать глагол. Существительное не спрягается. Интераджо. E da qualcosa tretta la spragine gruppi B cac finire. Interagere. Cac zacanciva io, in italiano. I panimali. Ah, finisco. Esistoge, Interagisco. Interagisco. Interagisci. Interagisci. Interagisce. Bene. Interagiamo. Bene. Interagite. Interagiscono. Bene, bene. Passato prossimo. Eta ni perechonni glagol anaka ni fkodit ni spisok glagolov dvigenie ni spisok vazvratni glagolov ni spisok глаголов изменения состояния, вспомогательный глагол будет avere. О. Иск уже нет, Interagito. О, interagito, bene. Intragitto. Sì. Bene. Abbiamo un tragitto. Sì. Avete intragitto. Sì. Hanno intragitto. Hanno intragitto. Bene. Dai. Будущее простое. Futuro semplice. Intragerò. Bene. Interagerò. Interagerà. Sì. Interagiremo. Sì. Interagirete. Interagiranno. Bene, bene. Imperfetto.
invece prevo? No. What? Interagivamo. Bene. Interagivano. Bene. Ok. Condizionale presente. Nastajeshevremu slovo na naglanjenje. Kako je sam izvestni ruski galuboj? Tak. Interagiraj. Kako je sam izvestni ruski galuboj? Interagiraj. What? Interagiresti. Bene. Interagirebbe. Sì. Interagiremmo. Sì. Interagirete. No. Interagireste. Bene. Interagiremmero. Interagirebbero. Va bene. Andiamo avanti. Priamo io formo pavelite nella clagnegna. Imperativo. Diretto. Was dist du? Prosti. Allora. Was dist du? Ti, dragoi drug, vas distui. Oi, eta glagol, treta spregine, gruppi B, isk jest. Ti? Si. Interagiresh. Oh, sudà, dabavlejca kanchanje. R, nietu. Intera? Interagisci. Pai mi, capisci. Apraf, spedisci. Zakanchivai, finisci. Vazdistui, interagisci. Reagisci. A posto di A, re, A, intera. Oh, ma a snova mi viene essa, eh? Intera, vot a snova. Ish, ish, i, i, vot. Interagisci. A snova mi viene essa, eh? Beh, давайте все вместе мы воздействуем. No, иск уже нет для первого и второго лица множественного числа. Иск уже нет. Interagiamо. Vi ribiata воздействуйте. Interagite. Interagite. Dace, costo in un formo pavelite nella cagnegna. Imperativo indiretto. Pust on was distuit. Interagisce tapir e ftarolizzo. A stesso c'è treta. Sì. No. Interagisce. E nikadani javljajca kanchanin dia pavelite na naglanjenje. Isk. Здесь только меняется.
нас пять гласных. А? У это исключено, потому что ни разу на итальянском у является окончанием глагола. И уже есть, поэтому нету. Остается а, о, э. Э, я только что говорил, что это не окончание для и повелительного гонения. Вот, потому что «о» тоже никогда не является окончанием для повелительного гонения. Интерагиска. А как переводится? Давайте. Ну, пусть он воздействует. Или «пожалуйста, уважаемый, воздействуйте». Потому что по-итальянски речь или форма обращения – это третье лицо единственного числа. Б. А пусть они воздействуют, интерагискано, такое же окончание плюс слог «но», интерагискано. Бе. Дальше. Дальше у нас есть сослагательное наклонение. Конжунтиво presente. Первые три лица спрягаются одинаково. Конжунтиво presente, sì. И это окончание для глаголов первого спряжения, для глаголов второго и третьего спряжения окончания другого. Смотри. Но. Смотри, что косвенная форма повелительного наклонения – это и есть сослагательное наклонение. СКА. Интерагиска. Три раза. Дальше. СКА. Три раза. Дальше. Без иск. Иск не надо. Для первого и третьего и второго лица множественного числа иск нету. Интераджамо. Дальше. Бене. Interagiscano. Bene. Congiuntivo passato. No, spamagate una gola vera, eh? Avere. Abbia. Начнем. Абия. Интерагито. Бе, три раза. Не будем повторять. Интерагито. Абиамо. Си. Интерагито. Си. Abbiate interagito no abbiano interagito
abbiano. A pričasti si dato a cože, eh? O pričasti kak i više, eh? Abbiano interagito. Bene, congiuntivo imperfetto. Interagisse. Bene. Interagissimo. Bene. Interagiste. Sì. Interagissero. Beh, dasce, congiuntivo trapassato. Agi. No, perché io non sono proprio passato, stessi trapassato. Spamagate in inglese, pregazza, vi imperfetto. Avessi. Avessi. Interagito. Sì. Avessi interagito. Sì. E avessi interagito. Uh-huh. Avessimo interagite. Interagito. Interagite. To. To. Aveste interagito. Sì. Avessero interagite. Facciamo interagite, interagito. Beh, давай, паслене. Gerundio presente, настоящее время dei причастия. Interagendo, i prascecce vremia dei priceste, gerundio passato? Sì. No, avere spamagate nei gol. Niessere. Avendo? Sì. Avendo dato che spamagate nei ruoli. Avendo interagito. Avendo interagito.